Впереди камера. Ограничение 60. Осторожно, дети. Ограничение 40. Ограничение 40.
Поверните руль, пожалуйста, затем. Поверните налево.
Осторожно, дети. Ограничение 40. Ограничение 40. Ограничение 40. Используется громадное количество воды, которое изводит столько растений не нужно.
вещи, она стоит 3 копейки на складах и усадебных участках. Поэтому об экономии никто не думает. Поэтому и не думают, разумеется, о тех поколениях, которые придут за нами. Потратьте деньги, сделайте капельный полив с таймером. Экономия громадная. Вот. Никто этого не хочет делать. Капельный полив делают, но опять же включают и пошли чай. И там 4 кубометра уносится, я не знаю, как за сутки, потому что жарко. А если капельный полив... Вот у меня, допустим, теща на Патере живет, там вода дорогая, поэтому капельный полив с таймером. Если, говорит, без таймера, я просто без денег останусь. Давайте прервемся на 1,5 минуты. Прошу. На линии у нас Ира, 7 лет, из Москвы, а рядом, между прочим, мама Аня. Что делать, если я очень долго сижу в телефоне, но никак не могу остановиться, и я еще потом в плохом настроении? Что мне делать? Ничего особенного не происходит, вы в телефоне остаетесь, потому что вам просто интересно. Мы с вами сейчас придумаем эксперимент века. Следующие несколько дней мама Аня в телефоне сидит вместе с дочкой Кирой. Вместе играем, вместе смотрим, вместе тусуемся и вместе решаем, когда мы заканчиваем. Сейчас уже устали или еще не устали? Рядом с ней должен быть человек, любящий, поддерживающий, который поможет ей из этого выбраться. Не даст по рукам, не скажет, пора чем-то заниматься, а скажет, условно говоря, уже мы сильно это справимся. Но для этого этот человек должен оказаться внутри с самого начала вместе с Кирой. Отношения с книгами по методикам преподавания. Все они как будто написаны пожилым человеком, который в своей жизни общался с детьми в последний раз 20 лет назад. Этот старик рассказывает, как воспитать ребенка, который существует только в его голове. Я признаю, что книги по детской психологии нужны, но мне кажется, что душевный разговор с человеком даст в 1000 раз больше, чем любая методика. Тимур Малкаров, преподаватель истории. Впереди пост ДПС. Ограничение 40. Правильно, правильно.
намного меньше будет расходоваться энергии. И можно ну просто одну фразу сделать. Так, жирного не жрать. Вот, и вообще не перебавшим, да, моющими средствами. У меня моя первая особо большая машина, она даже, ну, только год, наверное, прослужила, чуть меньше. И когда мастер пришел учениц, он обнаружил проблему. Проблема была с некоторыми деталями в машине. Она как раз случилась из-за того, что использовали там... Да, целую таблетку, и, соответственно, целый таблет оказывается давно. Впереди камера. Ограничение 60. Я читал, что проводили исследования в определенных 19 странах. И выяснилось, что люди в европейских странах расходуют воду более чем в 2 раза меньше, чем жители нашей страны. Или, например, США. Как же им удалось этого достичь? Ну, в Европе уже давно что-то установлена традиция экономить воду. И плюс к всему они внедряют новые условия, различные приспособления. Одно из таких приспособлений – это Марата. Камера. Ограничение 60. Стараюсь, ну,
Осторожно, дети. Ограничение 40. Осторожно, дети. Ограничение 40. Ограничение 40. Впереди камера. Ограничение 40. Впереди камера. Ограничение 40. Впереди камера. Ограничение 40. Впереди опасный перекресток. Ограничение 60. Впереди опасный перекресток. Ограничение 60. Thank you.
Осторожно, дети. Ограничение 40. Камера. Ограничение 40. Thank you.
замечательно, но, во-первых, они работают только при, скажем так, средней температуре. Если температура где-то за 20, шипы перестают цепляться за нос, он становится слишком жестким, и все преимущества сходят на них. А тогда получается, что если мы, получается, что если мы покупаем шипованную резину, даже в центральной России, даже в Москве, где чисто, то за город, ну, уже мороз он поедет? Да нет, поедет, конечно, он просто будет осторожен. Он будет осторожен, но соответственно, если бы туда вообще отправляться на зимний способ езды, скажем так, зимние привычки, которые отличаются от зимнего, и все равно сейчас тормоза все еще белеют, дистанция впереди лишь машина. Можно чем-то рассчитывать, как в такой момент до макуляжа потом исходить фазу, но все равно поворот через каких-то вот объект. Ну, это отдельная тема, я просто хочу сказать, что шипованная машина, она, наверное, хороша, в принципе, для России, если вы едете периодически по какому-то хотя бы легкому дороге. Лучше всего шипованная машина, допустим, если нужно сельское место, и у вас плохо чисто там, где чисто вообще. Если вы живете там, то условно продолжали с города и чувствуете какую-то задачу, наверное, шипованная машина будет ситуация лучше. Сейчас говорю, это личный выбор каждого, и сильно зависит от тех условий, которые находятся в жизни. Соответственно, вот выбор, наверное, делать нам такой, что или липучка, то есть скандинавская шипованная машина, или шипованная. А вот теперь очень важный момент. Как понять, что вы смотрите? Значит, настоящая зимняя машина, сколько там стоит на чёрной женщине? Это женщина. Это зимняя шина. Шина европейского типа обычно маркируется M+. То есть матовая плюс мало. У вас это грязь, смыть это такая. Но у нас еще и на фейке просто все сезонки. В некоторых случаях пишут холсика вообще. Это честно признаюсь, что это все сезонки. Я вообще, честно говоря, не сторонник всесезонки. Это как то, что зимой и летом носить одни и те же сапоги. Это немножко странно. Зимой жарко, зимой летом холодно, летом жарко. То есть выбрать некие демосезонные сапоги, писать какие, наверное, они. Но они не комфортны ни зимой, ни летом. Вроде как ничего, ходить можно, жить можно, но смотреть на тебя как несколько с подозрением, да и самому не комфортно. Поэтому вот всесезонки, я, честно говоря, не очень люблю, что чешую. Это лично такое, себе, что называется. Поэтому лучше взять там, где нарисована снежиночка, и лапку снизу. Вот. Поэтому вот это так вот отличается. Ну а дальше шипу и шипу я уже объяснял. Вот дальше следующий вопрос, такой достаточно личный. Как
Впереди плохая дорога. Ограничение 40. Это передавление. Но можно поискать там телевизор, почему честно признаюсь, что можно посмотреть, что на планете строить, могут потоки, можно отделять. Может быть, если у вас нет 40 000 рублей, либо можно посмотреть на именно сумму той же компании, но просто года выпуска, что хранится. Хорошо, даже если вы используете в вашем стиле, то есть там коллекция прошлого года, она вполне подвигала, будет дешевле, чем в этом. Ты имеешь в виду в автосалоне или уже поддержанная где-нибудь как-то? Не-не-не, я не думаю, потому что не помню, как в прошлом году. Мы говорим, что про руки, потому что мне необходимо, если там вообще очень просто, как в ручном автомобиле, как в ручном. Поворот. Ограничение 40. Продолжение следует...
Осторожно, дети. Ограничение 40. Осторожно, дети. Ограничение 40. Сообщил руководитель пресс-службы президента Республики Ливия.
фигурант уголовного дела за хранение суррогатного алкоголя в Оренбурге заключен под стражу на 2 месяца. По версии следствия, он хранил и продавал спиртосодержащую жидкость под видом известных марок производителя алкоголя. В результате употребления 2 человека погибли. Сообщения об отравлении контрафактом в Оренбургской области начали поступать 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили 2 склада и пункт производства. Уголовное дело было полностью литров спиртосодержащей жидкости. Задержано 10 человек. Последний в данном регионального правительства в результате употребления суррогатного алкоголя скончались 32 человека, еще 32 пострадали. В Оренбургской областной больнице часто пациентов отличили к аппаратам кислорода. Футболисты тренерский штаб сборной России по футболу приехали в Словению на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022. Игра состоится завтра в Мариборе. Российская сборная набрала 16 очков в 7 проведенных матчах и идет на 2-е место в группе, уступая лидирующим хорватам только по разнице мячей. Команда Словении с 10 очками занимает 3-ю строчку. Погода. В Петербурге завтра без осадков, ночью плюс 6, 8 градусов, днем 10-13, в Москве также без осадков, ночью около 0, 11-13, тепла, ночью плюс 17. Камера. Ограничение 40. Впереди камера. Ограничение 40. Камера. Ограничение 40. Камера. Ограничение 40. Заповедник, который так называется, потому что находится между речью двух огромных сибирских рек Печоры и Ильич. Ильич потом впадает в Печору, ну а между ними когда-то было почти миллион гектаров, сейчас порядка 720 тысяч гектаров, лесов, тундр, гор.
Причем здесь в заповедник хотели сделать еще при батюшке совет.